друзья, меня зовут Тимур Атаманенко. Я райдер команды Kia Scooter Shop. И сегодня я в нашем прекрасном магазине соберу для вас кастом. Начиная сборку нашего кастома, мы с главной детали самоката, это с доски. Сегодня я выбираю доску Apex 55 сантиметров в длину, и которая весит 1 килограмм 300 грамм. Эта доска подходит больше для паркового катания, так как она очень легкая и маленькая по своим габаритам. С доской на нашем кастоме мы определились, а теперь пойдем выберем руль. Итак, ребят, я остановил свой выбор на руле Reaper V3. Он очень легкий, он имеет очень прикольную форму, и он идеально зайдет как по цвету, так и по легкости к нашему самокату. Итак, ребят, вилку для нашего самоката я выбрал Blunt SOP V3, потому что она очень прочная, она очень легкая, весит она конкретнее 350 грамм, и она очень клевая по своему дизайну. Итак, ребят, я определенно нашел наши колеса. Это будут руты. Они идеально подходят под наш самокат. Они прочные и очень клево смотрятся. Так, ребят, мы выбрали хомут Apex. Он состоит из одного болта. Он очень легкий и достаточно прочный. Я катаюсь на похожем. Мне все нравится. Устраивает, не срывается. Все супер. И весит, ребят, этот хомут всего 25 грамм. Недавно была поставка новых Grips Drawn, и я хочу поставить их на наш кастом. Они будут достаточно хорошо сочетаться с нашим черно-хромовым самокатом. Шкурку я выбираю, конечно же, Kia Scooter Shop, а конкретнее шкурку Kia Scooter Shop в коллаборации с ZAV Kavtiav. Она очень прикольная и с рожицей. Итак, нам не хватало только рулевой, и рулевую я выбрал Apex. Ну все, ребят, мы подобрали все детали к нашему самокату. И пойдем скорее соберем его. Ну все, ребята, мы собрали этот кастом. Он получился достаточно легким, весит он 3 килограмма 200 грамм, достаточно стильный. Мне он, в общем-то, нравится. Вы можете приобрести этот кастом в магазине Kia Scooter Shop с 20% скидкой. Так что, кто успеет, тот его и заберет.